Так, всем привет, с вами Вадим Крик. Непонятно, почему мини-карта там, но в принципе даже так лучше, наверное. Почему бы и нет? Чатик еще скрылся, и, блин, вообще топ, блин. Это так, это игра, поэтому я ничего особо говорить не буду. Типа обычный матчап против ТФ там. Блин, ну не знаю, типа, харась, харась. Линия вроде хорошо стоит, да? Блин, ну главное, чтобы сейчас этого рейнджа зафокусили. Надо было раньше потки жрать, на самом деле, я бы выжил. Ну, ибо это был первый тайвер-хит, а он слабый, типа, объективно. Ой, стрёмная линия. Надеюсь, я телегу заберу. Так, и надеюсь... А, нет, ассиста нету. Ой, как стрёмно, блин. Блин, пипец, мобы прям вот... То есть, вроде как их было плюс-минус вровень. Я даже думал, что в мою сторону, а в итоге они так все зафокусили. Пипец, просто забей. Там ТФ, наверное, писается отчасти. Но ему это не поможет нифига, конечно. Лоэлла, блин, это близко, не умеет на ТФ играть. Кстати, это странно, все советуют, говорят, ТФ легкий, блин, а в итоге нифига он не легкий. Ну и типа и по статистике видно, и вообще, типа, кто играет на ТФ, а только норм чуваки. Пипец, конечно, обосрался с подливкой, ребятки. Ну ладно. Типа пипец только пропустил. Ну блин, я мог бы и не умирать на самом деле, то есть реально фоточки и все, я бы прям в ноль бы это выиграл. Ну вот он типа все нажал. Поэтому пока. Хотя я не стал его отпускать, нафиг надо. В итоге не так уж плохо получилось. Но по XP прям плохо. Вот он даже там типа лишний откус не дает по мне. Прям стрёмно. Он еще слабый, блин. Изгейм. А, дралось некогда греков 300. Блин, топ, надо его прям выучить до конца, блин. Да что это? На, наверное, еще автухи не летят. Ну... ТФ-а 3, что я могу сказать. Так сильно я, да, по левелу отстаю. Ну и тем более у него не улыбельный левел, поэтому... В принципе, окей. То есть это не какая-нибудь синдра там, блин. Мощная. То есть это ТФ-чик такой. Ну еще вард слабый поставил. И на бэк уходит, да? Блин. Думал, он тут будет стоять поближе. Там мне норм вообще, типа. Он мне не продавит меня. Но он хочет, да, типа, вот сейчас прибежать, апнуть шестой. Ну там, по-моему, кара, эти фотки закончились. Прям плохо, плохо. Ну ладно, я такой более пассивный вардик воткну. Так, у него уже шестой, у меня пока нету, но он прям вот топы лапнул. Еще меньше разрыв. Талия.
Ну, рофлит этот, понятно. О, блин, я еще не думал. Такое. Да, он достаточно агрессивно взял. Я как-то так себе прокую казнь на нем. Таможню вырубил. А что он будет брать? Круторемень? Поток нету, ТФ. Смерть, что ли? Не-не-не, ТФ. Так не делается. Очень слабенько. Прям нереально. Ну, то есть он должен был ромить. Хотя бы бот напрячь там. Хотя у меня там неплохой вард стоит, конечно. Суть ты такой, сяну, в любом случае. Ну, слабенький, слабенький пацан. Не знаю, читарит. Ну, блин, по стандарту это не все вообще. Максимальному стандарту. Ну и бэк вроде неплохой. Ну блин, он прям пушит, конечно, мощно. У него мобильки. Точнее, ну, типа, мобильность на ботиночках. Блин, ну прям много кто ботинки собирает рано. Мне можно было тоже что-нибудь такое. Ну, достаточно поздний дракон. Особо нечего бояться. Прямо скажем. То есть, если бы это был ультраранний, хотя ультраранний дракон от... Что? Да, ну это забей, ребята. Ну и это был забей тоже. Enemy double kill. Но эти, конечно, любители меты. Ну да. Ну и верно, это в принципе стрёмно, не знаю. Когда угодно просто. То есть еще не важно. Не важно. Когда он был типа не актуален, стрём. Сейчас стрём. Когда он типа такой метовый, такой ну как больно, ты. Прям не представляешь. Так, ну блин, кто там ведет вообще? Дариус. Так, ну Ясу не так сильно просел, это неплохо, в принципе. Вот если они сейчас не сдохнут, прям гнули, ну, то это будет очень хорошо, на мой взгляд. То есть это будет прям нереально будет. Это будет очень хорошо. Ну понятно, что нам ДС. Где еще быть? Понимающий, конечно. О, блин. Блин, она пипец, она вообще везде, а Иверн просто нигде. Я не понимаю, типа. Зачем такое брать? Вообще жесть. То есть он и в лейте будет стрёмный, и вообще всегда стрёмный, не знаю, типа.
Не, ну я сейчас чуть стрёмно сыграл, блин, можно было вообще не забирать. Это забей, ребятки. Да, но мне уже стоит Тали брояться даже один на один. Ну это прям забей. Прямо скажем, такая себе ситуация. Ну, знаете, Ясва была просто не дохла, на самом деле. Вообще, типа, насрать, и война не скейлится так, как Ясва. Это объективно. Ну, да, на 10 слотах, да, конечно, но, типа, Ясва получает там 2, 2,5, 3, и он уже, типа, вообще войну в ноль выносит. Ну, он и так сильнее, но, как бы, такое, видимо, Моргана сильная. Ну, типа, контрик, типа, да. Дариусу надо вообще? Это вряд ли. Чё, сейчас ТФ сбивает Бичем? Так, ну у меня казнь готова. Да-да-да, блин. Забей. А, вообще не понимаю, блин, что происходит. То есть он вообще ничего не делает. Нигде просто. Че тарить? Непонятно. Да, блин, будет став затарить, еще пофигу. Так, блин. Либо мобильность. Не, будет став надо тарить. Дариус почему-то, ну, не знаю. Ну, пусть пушит, но, блин, ну, не знаю, почему-то таверка вообще у него тоже просевшая. Я не понимаю вообще. Эту игру, блин. Понятно. ТФ ровит спокойно, блин. И она еще сейфовая, блин, мракобисина. Ну, она вообще дико сейфовая, это прям забей. Понятно, блядь. Я вас понял, ребят. И Иверн бьет мобов в это время. Это забей просто. Это, ну я не, ну я, то есть я пытался опять активно, но вот что-то опять не пошло не так, как бы, да. Надо было ждать, терпеть, фармить, и вот чтобы они все в лайт заскейлились.
Это новости. На рашке нам просто, блин, абзац. Ну вот если сейчас, блин, это не выиграется в ноль просто. Ну а Ясо не хочет это выигрывать. Это прям объективно. О-о-о! Блин, пипец. Ой-ой-ой. Ну, я смотрю, что делать. Не, а, я там просто меня крипом застилит. Ясно. Ты это рофлишь? Да. Вот это забей, блин. Тимплей просто. Просто тимплей, ребятки. Проверяю. Он 0-2, но он боится, типа, вообще чем-то торгануть, чтобы я вышел, типа. Хотя он бы тоже вышел. Но это не поддается объяснению какому-либо. Ну вот кто у них слабее, чем кто-то у нас? Кто-нибудь, покажите мне. Покажите. Ну, ТФ, конечно, в ноль ниже, но все остальное. Я не вижу близких даже каких-то скиллов. Скиллов. Да? Я вижу только фармящего этих, блин. Или фармящего лес Ясуо. Ай, блин, война, блин. Это же просто фришный матчап. Моргану, окей. Забей просто. Ну ладно. А ясно, они сейчас у меня экспу будут воровать. Я понял. Почему у меня? Почему у меня? Почему ты у меня воруешь экспу? Гнилой, блин. Я не знаю, я это в ноль закерил. Ульта в 4, ешка в троих. Но это... Дается объяснение какому-либо. Хотел меня оттолкнуть, но в итоге как бы не судьба. И мне ассист не достанется. Просто какой-то бред.
Блин, он еще это тарит. Я понял вас, ребятки. Я вас слышу отчетливо. Ну и эту скотиняка сейчас экспо будет воровать. Нет, мы просто. Ну и сам забрал, ребятки. Ребятки, ну я там как бы войну почти убил. Ну, ладно. Почему-то мой Владимир скейлится в лейт хуже, чем в Йорли себя показывает. Потому что начинаются вот эти файты. Дальше собирать, это вопрос. Или будет эту фигню. Ну хочется что-то дешевое, я не знаю. Может быть реально баньшу, блин. Ну что, урона и так дофига, блин. Главное не духнуть просто так. Главное просто так не дохнуть. Ну, уже вроде все становится получше, конечно. Все более-менее хорошо. А чем я хуже я особо? То на лайнфайзе там, блин, на 20 крипов меньше парни. Понятно. Да, удачи тебе. Я его забирал, я его и убью. Что-то мне тыкаешь, а? Блин, я не знаю, типа тут Морган или тут. Я бы ее сейчас убил. Ну, окей. Хотя Морган у меня вообще по КД щиточек кидает, так что если нет щиточка, то можно предположить, было. Да, по идее, реально, всего на П урон, тут как бы везде реально. То есть война там, то у нее больше тру урона. Так, надеюсь, они его толпой заковыряют. А теперь надо просто убегать. Ну или не убегать, я не знаю. Ну да, она подставилась. Когда, если бы я там был, она по-любому, блин, идеально бы сыграла и именно в меня. Ладно, я лучше, блин, заберу тавер, то мне еще пофигу. Ну да, да. Ну, в принципе, ожидаемо. Ну, это реально на одну таверку размен. Вряд ли они даже там. Нафиг
понятно, что ему надо от меня. Типа, я бы и так не успел дойти. Ну, сейчас уже можно и рабадон покупать, пытаться. Тем нужно было и тогда рабадон покупать, пытаться, но банша как-то по приоритетнее будет. Меня никто играть не будет, я плюс затанкованный. Ну и плюс опять же дешевый предмет, как бы дешевый бонус, то есть очень приятно. Ну да, у них еще даже этот действует на шор, то есть до следующего еще достаточно долго. Блин, ну ингиб, конечно, все равно не успеет, а ударился нет ТП. Ну, Т2 очень полезный, то есть 2Т2 на ингиб, не знаю. В долгосрочной перспективе, наверное, неплохо. Непонятно на самом деле. О, зачем это было делать? Гейм, походу. Ясно. Понятно, Дариус. Все мне понятно с вами. Блин, ну по логике они не должны здесь. Ой-ой. Ну ладно, ладно. Блин, или нет? Блин, главное сейчас есть, чтоб лесу. Да не, не, это блин. Ну, я не знаю, что делать. Типа, меня все, они дохнут просто так. Вот это просто вот рофил уже. Как выигрывать? Как апнуть платку? Ой, блин, помогите, Д3 путешественнику апнуть платку. Да.